Так, добрый вечер, друзья. Вот сегодня у меня чрезвычайное сообщение. Оно очень важно для многих. Объясню почему. Сегодня 31 марта. Заканчивается сезон заготовки черенков и рассылки черенков. Обратите внимание, всего сегодня 31 марта. 28 я еще резал черенки. Резал их особым способом. Это весенняя нарезка. Есть еще и до новогодняя. Вот. Она имеет свои преимущества и недостатки, и весенняя тоже имеет преимущества и недостатки. Вот. Но главное преимущество весенней обрезки, она дешевле. Но об этом чуть позже. А пока, обратите внимание, всегда выдерживается вот такое качество. Проверяющих было сотни. Люди приезжали недоверчиво. Значит, несколько почек остается для развития. Они потом выбросят мощные побеги. Этот мощный побег длиной 1,5–2 метра, это все идет на прививку уже по всей России, не только России. Значит, прививка делается, допустим, черенком, 2-3 почки. Такая толстая уже практически не годится. Трудно сделать и косой срез, и трудно сделать клин. Но есть умельцы, которые хотя бы застолбить за собой новые уникальные сорта, а больше во всей России ни у кого их нет, берут толстую часть, потому что здесь самые ценные почки, они их вырезают и с помощью так называемой окулировки, по-другому прививка глазком, третья прививка щитком, внедряют, лишь бы только закрепить, пока железо жив. Железо недавно был юбилей, 70 лет, только недавно. Пошел 8-й десяток. На этом эту фотографию я хотел показать само качество. А в чем чрезвычайно, сейчас объясню. Вот, весна бывает ранее, поздняя, где-то уже и высокодвижение началось. Смотрим сюда. Следующую фотографию. Это мой сын Сергей Железов. Это прививка сверхранняя. Меня упрекали в том, что я, Железов, учу людей прививать во время высокодвижения, а сам хитрец, прививаю раньше, наверное, чтобы получить преимущество. Да, преимущество есть, все по-честному. Под бутылкой день идет за два. Под бутылкой быстрее оттаивает почва и быстрее начинается сокодвижение. Но, в общем-то, людям широкого профиля, летчикам, сапожникам, пекарям, лекарям, я предлагаю делать это сначала сокодвижение. Здесь есть риск. Ранняя весна заканчивается часто морозами. А даже под бутылками они могут зазеленеть. А риск связан еще с тем, что Сергей, если это начинает, то когда приходит оттает земля, начинает сокодвижение, и самое время бы прививать, увы, друзья, вам надо теперь брать лопату, выкапывать саженцы, муторнейшее дело, разослать сотню посылок, муторнейшее. И вот это лучшее время уходит на посылки, потому что другого времени просто нет. А когда заканчиваются посылки, настоящее тепло наступает, май месяц, они уже не приживаются. Или приживаются плохо. И главное, что у них тогда не хватает сезона до конца, до начала зимы, вызреть. Это главный бич России. Короткое лето, не только сибирское, но и среднеевропейское для эмигрантов. Потому что все, чем он занимается, это когда-то это жило в Канаде, а с Канады в Канаду попало. Вспоминайте, кто ее захватывал. Франция. Канаду захватывал. Даже до Франции еще южнее. Португалия с Испанией. И получается, что дошло до Сибири. А их сильно за сотни лет у них геном не меняется. То есть они остаются такими же южанами. А дальше хитрости, которые заставляют их плодоносить, давать каждому дереву не только ямам, как вы видите, но и даже абрикосам давать десятки ведер плодов. Не сада, нет, с дерева. Вот. Что мы еще здесь видим? Мы видим вот это вот ведро. Вот это есть уникальное. Я сейчас скажу несколько. Яблони медовое, супер. И вот. Так, открой, пожалуйста. Возможно, это девочки пришли. Вот. И жалко, что нас прерывает. Сбился с мыслью. В общем, половина из этого не было
привита. И вот в эти последние денечки часть осталась. Вот. А его преимущество было первое. Он нарезал. У него не только не хватило, еще остались. Он предложил их мне продать. А время 31 марта. Вот. Смотрим, как это еще выглядит. Ну, вначале сама, назовем это быт, бытовая обстановка. Земля еще замерзшая, но уже идет прививка. Эта сладкая парочка когда-то займет первую позицию во всей России. Аспирант из Красноярска Елена Александровна Савинич и агроном по профессии, да, у него и диплом есть. Но востребованность пока ноль, поэтому частный питомник, лучший в России питомник, который зимует на морозе. Кто там, девчонки, наверное? Да, сейчас, это, иди-ка сюда. Ну, можете на полочку поставить. Не, не надо, это все быстро. На, держи. А, она ушла, на, дай ей денег. Вот, они, девчонки вечно голодные. Никому не нужно. Поэтому продолжим. Вот так выглядит еще одна. Вот эта сладкая парочка, которая когда-то займет ведущие позиции в России. Если дадут. В России выделилась элита. Эта элита ничего не понимает в садоводстве, но сидит крепко. Места уступать не собирается. А мы пока едимся по задворкам. Вот. Это посмотрели. Посмотрели. Это есть один из многих моих приемов по удлинению сезона. День идет за два. Посмотрели сюда и сразу переходим к вот сюда. Сейчас я вам покажу. Ну, еще покажу по ходу, как мы заготавливаем. Это она же аспирантка из Красноярска, из университета. Она же является моим одной из моих лучших учениц. Вот. Будет садиться параллельно сад, который выше всех мировых стандартов. Он не так выше всех, этот будет еще выше. Вот. А, и вот она идет заготовка черенков. Ну-ка. Вот, видите, это ее работа. Причем я боюсь, что она тоже кажется невостребованной. И когда она получит доктора наук, а потом черенкора, ее эти уже никому не будут нужны. И так уже все отравлено импортом. И вот, наконец, Сергей мне приготовил 31 числа. Вот это вид с одной стороны, вот это вид с другой стороны. Это уникальное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Все правильно. И я тогда взял и включил их в каталог свежий. Если кто-то все-таки заинтересуется, я очень-очень попрошу, чтобы в этот самый каталог. Сейчас мы его найдем с вами. У меня уникальный огромный архив. Вот. И мы в этом каталоге увидим вот эту добавку. Важнейший момент, потому что яблони, они самые уникальные стали. Раньше абрикосы. Вышло так, что страшный мор прокатился по Сибири. Мы, любители, не специалисты, назвали его бактериальный рак, потому что это не грибковое заболевание. И в результате у нас уже были миллионы яблонь, мы уже догнали, а местами обогнали Европу, поэтому Европа так и не узнала. А потом миллионы деревьев начали гибнуть. Вот, вот он мой каталог. Потом, кто захочет, вернется поподробнее. Нарезка в начале зимы, практическое уничтожение части уникального сада ради заработка. Уникальный сорт образцов клонов, все это есть. Вот. И вот срочное объявление свежее, потому что все это продавалось, большая часть уже и продана. Вот. Тем не менее, смотрим сюда. Срочное объявление. Сын питомниковод Железов Сергей отдал мне лишнее после окончания прививки черенки яблонь. Итак, декабрьская нарезка, это та дорогая, потому что весенняя нарезка, вот, там первая самая предлагается. Самая первая фотография, если вы помните, то весенняя нарезка, она дешевле намного. Вот, там средняя 150, весенняя в среднем 100. И вот, до свидания, девчат. И вот получилось так, что
среди вот этого самого я поделил так 150, 100, 100, 150, 150, 150, 100. По принципу как? Есть сорта, которые я называю, как бы, если бы это было автомобилестроение, я бы сказал, это скромный Жигуль, там, первой модели, или, может быть, шестерка. Вот, это, например, Кадиль белоснежный, это Синап Орловский, это Спартан, Северный Синап, великолепный, Белый Налив, знаменитый по-своему, полукультурка Фонарик. И тут же рядом сорта мировых стандартов. Думаете, зря медовые назвали, она медовая есть. Вот. Росмарин, суперсорт, Мелба, Канада, суперсорт. Жигулевская, пусть отечественная, но я его называю король сада. Некоторые отечественные все-таки у меня попали в элиту, в высшую лигу. А Порт 600-граммовый. Кто помнит, кто увидит это у меня на канале, допустим, на моем канале, то скажет «Йо», а дальше второе слово. Почему? Потому что за всю зиму я не выслал ни одного апорта алматинского и ни одного апорта кроваво-красного. Вот они, вот такой велик после Сергея. Он забрал все. Но не справился, все оказалось лишнее. Вот. Поэтому получается цена зимняя, но только для элиты. А цена Жигулев, элита, это назовем Мерседесы. Ну так, образно. А для Жигулей, для Ладов, Лад, рубля 100 рублей. То есть это более скромные сорта. Но они еще и очень надежные. Я вот тут написал, жду запросы на пересылку каталога. То есть вначале надо бы заказать каталог, где взять вот, устаревший есть на сайте. Сайт Садового Железа. Набрали три слова по-русски и на сайте. Там есть мой электронный адрес. Вот, активированный. Нажали и послали запрос мне. Пришлите каталог. Вот этот каталог я вам пришлю. Вот. Вот так он выглядит. А, да, дочитаю. Друзей, прошу перенести это объявление в свои группы и страницы. Вдруг это последний сад для садоводов купить ненарисованный товар. Что такое нарисованный товар? Я 20 лет борюсь с ним нарисованным, но на победу за ним. Вот. Почему? Возможностей больше. Реклама дикая, лезет везде и всюду. Показывал уже сотни уже показал сайтов, на которых красуются мои фотографии. Значит, у них сада нет, а саженцы есть. Вот это вот ловкость рук и сплошное мошенство. Потому что, как можно сказать, вот самый яркий, самый последний пример. Сайт, который называется сайт Академии, Тимирязевской Академии. Вы поверите, там много вредных, смертельных советов. Но там еще есть и волшебство, колдовство. Какое волшебство? Когда все-таки удалось добиться от ихнего специалиста, ответ. Как, его должны сейчас уволить. Не буду называть фамилию, правда, воля. Да, наши абрикосы никогда не плодоносили. А саженцы продают. А я им задаю вопрос, а уже перестали отвечать. А вопрос простой. Если вот рядом со мной сидит девушка, студентка, Валерия, которая помогает, вот, в данном случае она помогает мне сделать этот фильм, ну, как бы, оформить и так далее, снять его, вот. Вот я ей вопрос задам. Можно так? Вот абрикос растет, должен расти с косточек. Урожая нет. Еще выросли саженцы. Я эту загадку пытался решить. Абрикосу урожая нет. Они так им сказал. Официально ответ на этом был на сайте. Абрикосов нет. А саженцы продают. А? Господи, ты 18 лет, а ты уже стала таким циником. Ну, в то же время правильно, жизнь научила обманывать. Вот. И так получается последний шанс. Видите, я пишу. Вдруг это последний шанс для садоводов купить ненарисованный товар. Сейчас я попробую сделать вот так. Кто-то вернется потом. Ну, что ли, более, назовем это, шрифт, как я умею, больше увеличить. Вот увеличил. Так, закрепил. Вот, ну, коротко пробежимся теперь так. Еще раз. Медовый суперсорт по названию. Розмарин.
Еще суперсорти. Вот у меня это самое выражение. Суперсорти. Мелба всегда был суперсорт. Дубровская лучшая яблоня из России. Вот. Равняется этим самым. Ну, в других фильмах я показывал, еще покажу. 20-30-40 ведер дерева. Не сада, дерево, яблоня. А порт 600 граммовый. Он, правда, 600 граммовый. Фотографии у меня есть. Вот. Ну и что тут еще? Ну, северный сенап пусть оценил 100 рублей скромно, но лежит до следующего урожая. Сенап Орловский. Поярче, крупнее. Это его как бы сын. Сенап Орловский. Но все-таки не осмелился 150, 100 рублей. Вот эти веточки, которые больше нигде никогда не достанете. Вот. И вот, наконец, вот такие абрикосы я еще продаю. Я уже скоро буду заканчивать, люди устают, когда долго. Вот, яблони, видите? Здесь написано «Жигулевская минус». Почему? Потому что я только сейчас привез эти черенки. Мне надо Жигулевская исправлять на плюс. Так, нет? Вот он, плюс. Вот. Квинти. Уже тут же, там же приехал мужик с Минусинской, тут все квинти у меня выкупил. Еще не успел сюда привезти. Суперсорт, ладно. Чего нет, того нет. И вот те, которые там были в списке. И вот список надо удалять, удалять, удалять. За счет тех, которые я привез. Груши. Ну, на всякий случай, тут итог 36-летней работы. Я такой замечательный весь. Вот, цена диска, диски. Вот, 20 дисков, это, которые не имеют равных, это Нобелевская премия в сумме. Вот, а вот цена. Это потом без меня. Кто захочет. Вот. Видеофильмы самое ценное. О лучших в мире плодах, черенках. Сибиряки сохраняют генофонд. Вот эти фильмы. Тут их у меня... Это, всего их около... Еще последняя... Лера, ты присоединился. Их уже около 2000. Это невозможно понять, поверить. Это будет, может быть, 2010, а может, 1995. Почему? Считать перестали. Вот. А вот фильм по черенкам. Он очень... Это потом надо будет все. Вот я нажму сейчас, так? Но смотреть не будем. Сам факт, что я учу, как это делается вживую. 10 тысяч просмотров. Надо, чтобы было 100 тысяч миллионов. Доброе утро, друзья. Все. Хотелось бы начать со стихов. Хотелось бы начать, но начинать мы не будем. Вот. Это надо заказать каталог, и вы все это увидите. И у вас будет результаты не хуже. Книга продана, тираж мизерный. Вот. Но зато есть в электронном виде. Продавал по 600, а в электронном виде 500. А вот эта книга еще есть. Кстати, где она? Рядом ее нету. Ну-ка. А, она, наверное, в той комнате. А, нет, есть. Показываю живьем. А, как я покажу? С экрана же. А, вот что. Вот она. Живьем. А вот эта вот нарядная твердая обложка, которая закончилась, несколько экземпляров для Путина, для Медведева. Медведев отправлял диск. Ответа нет. Путин отправлял эти книги. Ответа нет. Нет, был ответ. Спасибо, переслали в Академию. Академия пошла ниже. И, короче, все исчезло. И все. А выращивать как не умели, так не умеют. И брошюра вот эта. Очень дешевая. 4 штуки купил, 200 рублей. Вот. И вот тут получается. Вот это вот можно купить в электронном виде. Вот. Ну, что такое 500 рублей? Ну, это цена водки еще отравленной, но уже пить можно. Одной бутылки. Но уже можно хотя бы не умереть, а только головная боль будет. Вот цена одной бутылки водки. Вы знаете, что такое водка за 300 рублей. Вот так вот. Это тоже мое производство, называется прививочная лента. А мы говорим о прививках, видите? Вот это вот как бы абрикос академик. Вот. Видите? Это его клон. Я ему присвоил новое имя. Знаете почему? А хрен узнаешь, так нет. Вот. И пусть кто-нибудь не скажет, что это не в моем саду. Моя особая. Десятки, сотни сайтов разоблачены тем, что некоторые это отрезали, вот так,
чтобы меня не было видно. И прислали фотографии, логотипы свои. Так. А некоторые даже думая, ну что такого, хозяин не найдется. Я потом морду тыкал. Это моя, фотография моя. Вы что людям голову морочите? А где же они вырастят такое чудо? Если они украли мою фотографию, значит своей-то нет. Вот. Вот это вот. Вот это вот. Рухнуло дерево. Ее украли десятки, наверное, 50 или 100 этих сайтов. А что же они свое? Вся вот это украли, десятки. Вот. А это почти эротика, да? Вот. Это тоже мой личный сорт. Вот так вот. Вот это чудо и чудес. Это все раз рыжий, значит, сегодня на свете не существует, только у меня. Это украли фотографию. Вот. Гигант. 15 лет назад он уже был таким. Это самый знаменитый маньчжурский абрикос на планете, благодаря мне. Я сам не ожидал, что без подкорма, без полива, без ничего вырастет гигант, который давал по 20, 30, 40 ведер дерева. А это он молодой был еще. Вот. А вот с него это крупный план с него. А вот его дети пошли. Это уже дети, я их называю сыновья. Они оказались все разные, все разные, все разные. Вот. А вот это чудо, суперклон железного. Единственное дерево, которое первый же урожай атаковали осы, пчелы, бабочки. Его не было видно. Тучи. Торчали косточки. Вся мякоть была изъедена. И где-то максимум половина мякоти оставалась. Торчали косточки. Это было и не было фотоаппарата тогда. А это как раз перед этим нашествием. Где-то разнюхали запах меда. Но потом тоже уже его потомки этой уже были поскромнее. Вот. Это привез с Украины. Что вы думаете? Вот. Вот это чудо. До 100 грамм слива. Это простые китайки. Ну и я боюсь... Давайте я просто быстро пролистаю. Вот, видите, у нас по двое собственного сада. Мы саженцы не рисуем. Вот. И плоды мы не рисуем. Персики не укрыты. Мне говорят, ты их укрывал. Выше крыши, да, вон она, крыша. Как бы я укрыл, интересно. Молодежь. Это, вишня сада с юга Украины. Волосные вишни, которые мы едим, мы их нет, не едим. Фу. Гадость, нет. Мы их жрем. Жрем вот так. Прям сразу горсть в рот. А потом и они все сходят. Интересно, да? Вот. Сибирская штамбовая вишня. Долго рассказывать. В общем-то, вот давайте яблони. Это перед сожжением сада моего на острове. 1650 деревьев сожгли. Ребята, вот цикла. Время было лихое. Вот. Время было лихое. Вот эти как раз часть из этих даже через тиранетки продаю. Кроме тех, что я показал. У меня же еще запас в погребе. Черенков. Лесная красавица. Уже несколько черенков осталось. Супер сорт. Вот это воруют, как хотят. О, вот такие груши. Но это не все, конечно. Здесь есть советы ценные. Много советов. Вот. И заодно еще по этим самое. Еще семена здесь. Вот. Ну, мы практически, друзья, закончили. Так, и так как есть много новичков всегда, кстати, вот это вот, мы только сейчас сняли фильм общий с этим, с сахалинцем. Вот, у него была идея, и сейчас идея, он такой делает на своем гектаре не сад, а лес. Меня так это поразило. Вот, хочется надо, дикоросы в лесу хватает. Не знаю, переубедил его, нет. Но ушел этот целый фильм. Вот сейчас, Лера, я быстренько тебе его. Быстренько. Ну, в общем, вот он. Скопируем, может, что. У него время терять. А попадем мы сейчас вот сюда. Вот.
так я частенько показываю, потому что мне просто не поверят. Невозможно в это поверить. И мне, и вы, и это. Иля, ты же еще не был в Бесогон. Не верь, это все сказки, вранье. Смотри. Вот. Вернее так, было бы вранье, но почему-то здесь, смотри. Вот. Это же мальчик я не нарисовал, как это Беки рисует, и еще несколько сотен мошеннических сайтов. Видишь, пришел логотип, видишь? Вот так отрезают и вставляют себе. Вот. Ну вот как можно не поверить? Это мой внук. Вот это как не поверить? Персики как не поверить? Ну. Все. Отрезают все. Вот так вот. Одно корыто, вот, или как это назвать, тазиками. Вот, раз. Вот. Интересно получается. Хочешь покажу? Смотри. Вот это моя фотография, да? Вот. Это персик хасанский. Они его переименовали, ладно бы один. Это, так как люди смотрят, я хочу, чтобы они действительно не попадались. Ведь миллионы людей руки уже настолько опустились. Назвали Сибиряк. Я думал, он один, двое там, хитрецов. Вот. А его взяли, начали копировать. Ой, не так. Найти изображение в Яндексе. Ну что, считать будем? Смотри внимательно. Там, там, тара-тара-тара-тара-тара. А ведь это фотография моя. А? Справа было. Ну, наверное. Сейчас. В смысле, я был? Угу. Ну, это один. А это все я. Вот уже он ветеран. Вот он в Москве. Он есть уже везде. И за границей, на Украине, Беларуси, Казахстане. Вот, смотри внимательно. Думаю, все. А вот это вот так его обманывает. Видишь, смотри. Здесь следующая куча их. Вот тут. Вот так вот. И теперь я уже ни при чем, железо уже ни при чем. Вот. Вот столько у него хозяев. Еще у меня был случай, я раз уж разговаривался, кто посмотрел главное, там все-таки нужны. Пусть отключается, остальным скажу. Вот. Крупнейшая газета в России. Вот. Отказалась, печатала. Ну там тысячу две гонорар. Вот. И люди узнают сразу сотни тысяч про меня. Бах, а в чем дело? А это не ваши фотографии. Вы их с интернета взяли. Это мне Железову. Вот это мне был пощечина. Вот это да. А почему? Потому что они логотип еще свои сюда. Вот. Вот он уже сибиряк. Вот он уже золотой. Так? Вот. А вот он уже роял. Ну, а, роял это уже другой оперы. В общем, друзья, нам надо заканчивать, так? Сейчас еще быстренько пролистываем. Всего несколько лет. У меня, Лера, когда-то, хоть бери тебя, секретарша. Знаешь почему? Кстати, вот мошенников показать. Вот это абрикос оранжевый и называется клоновидный. На свете нет ни одного клоновидного дерева. На второй год здесь будет пусто. Вот. Ну, это так, опять же, к слову, наболело, так. А сейчас мы вернемся, где мы были. Не заблудишься бы. Может, так вот выберемся. Вот так. Так. Ой, последний поклон человека легенды. Ну-ка. Сейчас. Мне нужно... А, вот она, фотогалерея. Сейчас быстро пролистнем. Я выйду из этого, и фотогалерея. Вот. Всего лишь несколько лет. Это самый расцвет. Пролистну, чтобы сказать, ребята, берите пока есть. Больше никто никогда. Получилось как? Я тоже добывал. Прошли годы, и сейчас, если у меня уже сад сожгли один раз, полностью 5 гектар, да? Если повторится катастрофа, я больше нигде, никогда это не достану. Почему? Потому что 36 лет труда, адаптации, вот, кто как угодно пусть допустим, районирование, вот, как угодно пусть называют. Но
они приобрели невероятную морозостойкость. Это особый разговор. Ну, еще видите, сколько там. Это надо залазить сюда, чтобы за все годы увидеть. Вот. Ну, на этом я прощаюсь. Показать еще раз это чудо. Вот это вот. Вот это вот, вот это вот. Да. Вот это вот надо срочно продать, иначе я выброшу. Бесплатно. Но я сотни посылок бесплатных посылал. А тут у меня случилась беда. Звонок. Посылка отправлена на Украину с 20 книгами, вернулась обратно. Заберите ее. А деньги вернете, я 4800 за это ЕМС постит быстрая. Вот, сами увидели. 4800 отдал. А эти деньги вернете? Нет. А 20 книг обратно. И хозяин, то есть не состоявшийся хозяин этих 20 книг с Украины, с Днепропетровска. Вот. Придется вернуть 12 тысяч. Теперь вся надежда, что я вот это не выброшу, а распродам, тем более это супер сорта. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Длинная речь получилась. Но зато выгорелся, может, даже чуть легче станет. До свидания. Вот. Привет из лучшего сибирского, а если точнее, лучшего российского сада. Единственный в мире питомник. Я имею в виду из северных краев, который зимует на морозе. Вот кусочки его, видите? Все, 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 все. Заканчиваю. До свидания. Вот. Спокойной ночи Востоку. Вот. Добранечка, как я люблю говорить. Вот. Здоровенький был и Западу. Ну, а мы ждем весну. Вот. Снег продолжает таять. До свидания. А, это Шушинский район Красноярского края. Далеко не самое теплое место в Сибири. Все, пока-пока. Так. На Красный город в этих нажмите? Сюда? Нет, вон на где, да.